Приветствуем вас на канале «Зарплата за удовольствие». Многие из нас успешно пользуются сайтом Авито для того, чтобы продать или купить необходимую вещь. На канале сегодня речь не об этом, а о том, что на Авито присутствуют мошенники. Наша тема сегодня – как не попасть в неприятную историю, связанную с этим. На Авито действует новая опция доставки товаров через транспортную компанию. Для того, чтобы продать или получить товар, не обязательно встречаться с продавцом или покупателем, достаточно сходить лишь в транспортную компанию, причем Авито несет ответственность за данные действия. Поэтому продать товар, используя Авито-доставку, нам не показалось странным, и мы решили пойти навстречу по желанию клиента. Клиент нашел наше объявление, заинтересовался им и сказал, что часто использует Авито доставку, ему это очень удобно и экономит его личное время. Вот фрагмент переписки с покупателем в личном кабинете Авито. На следующее утро на телефон, указанный в нашем объявлении, пришло смс следующего содержания. Добравшись до интернета, мы перешли по ссылке, указанной в смс-уведомлении, и получили следующий скрин экрана. Перед нами была фирменная заставка Авито, и сумма была указана верно. Совершив два раза переход по синей стрелке, мы вышли на запрос данных нашей карты, на которую будут переводиться деньги. Нас это также совершенно не удивило, так как Авито блокирует деньги от покупателя, и если он подтверждает свое желание купить товар в офисе транспортной компании, то деньги разблокируются и переводятся на указанную вами карту. Мы ввели все данные нашей карты, включая CV-код. Пришел одноразовый пароль, мы его ввели и получили вот такой крестик на экране. В течение дня до этого времени нам пришло уведомление на WhatsApp от покупателя о том, что он согласился на Авито доставку и разрешил заблокировать на своем счете данную сумму денег в 13 500 рублей. Потом он поинтересовался, смогли ли мы получить деньги, но ведь Авито не платит деньги вперед, оно переводит деньги на карту только после того, когда покупатель получит товар и его одобрит. Мы позвонили на горячую линию и выяснили, что эта схема не больше, чем развод. Авито никогда не требует данных карты до того момента, пока покупатель не получит товар и не одобрит его покупку. Причем Авито никогда не высылает смс-уведомление с просьбой перехода на сторонний сайт. Оно уведомляет об Авито-доставке продавца через его личный онлайн-кабинет. Невероятно, но мы сообщили мошенникам все данные нашей карты, в том числе включая и секретный CV-код. И смс-уведомление было не что иным, как попытка снять наши деньги и перевести их на счет мошенникам. Благо спасла многолетняя привычка, мы подставляем в неизвестных ситуациях карту с нулевым балансом. Теперь ее надо просто заблокировать и перевыпустить новую. Тем временем мошенник не унимался и просил предоставить данные другой карты, так как, по его словам, его банк, в данном случае Тинькофф, не работает с нашим банком. Когда мы отказались это сделать, мошенник выслал скрин экрана со следующим содержанием, также с фирменным значком Авито. У него якобы на счету не хватало денег, он сейчас их пополнил, и все успешно получится. Мошенник умело обвел нас вокруг пальца, и мы сообщили на службу Авито его телефон. Затем вернулись в переписку и перешли в его профиль, в котором выяснили, что никаких действующих объявлений у него нет, и никаких данных о нем тоже не существует. Также это абсолютно новая анкета, которая буквально несколько дней. Итак, подведем итоги. Никогда никому не указывайте все данные вашей карты. Второе. Используйте карту в неизвестных ситуациях с нулевым балансом. Третье. Желательно использовать карту, которая не завязана на номер телефона, который указан в объявлении. Если бы на нашей карте находились денежные средства, мошеннику легко удалось бы их списать. И хорошо, если бы это еще были дебетные средства, а не кредитные средства, за которые бы вы заплатили еще и процент банку. Мошенники постоянно совершенствуются, и поэтому возникают сайты-клоны, которые повторяют привычную вам навигацию. Используя секретные данные нашей карты и код, добровольно
Подставляемые нами, мошенники дважды пытались снять с нашей карты деньги в размере 13500 и 5000 рублей. Мы советуем пересмотреть вам это видео внимательно еще один раз, для того, чтобы не попасть в неприятность, связанную с вашим финансовым благосостоянием. До следующих встреч в новых видео на нашем канале «Зарплата за удовольствие».